В Великобритании открылась выставка, посвященная личной жизни соул-исполнительницы Эми Уайнхаус. Экспозиция размещена в стенах Еврейского музея Лондона в районе Кэмпден, где родилась певица. Выставка называется «Эми Уайнхаус. Семейный портрет». Работали над ней брат певицы Алекс, его жена Рива, а также куратор музея Лиз Селби. Главными героями экспозиции стали гитара Эми, фотографии, сценические костюмы и коллекция пластинок. Непосредственной работе по наполнению выставки предшествовали многочисленные встречи и обсуждения. Окончательное решение, что же должно быть в экспозиции, принимали родственники певицы. Со стороны музея было только одно пожелание – постараться показать еврейские корни Эми. Например, на выставке представлена еврейская поваренная книга. Ее по просьбе Эми подарил ей брат. Это было особым подарком для нее. Открытие выставки состоялось спустя 2 года после смерти соул-дивы. Ее уход из жизни в возрасте 27 лет поверг в шок не только семью Эми. Фанаты певицы создали много своеобразных святынь, исполнительницы которой находятся недалеко от ее дома на севере Лондона. Но куратор выставки Эми Уайнхаус «Семейный портрет» утверждает, что эту экспозицию нельзя рассматривать в подобном ключе. Я не думаю, что Алекс хочет заставить зрителя воспринимать личность Эми каким-то определенным образом. Естественно, он знал ее как никто другой, и теперь он хочет показать всем свою сестру такой, какой ее помнит и любит. Мне кажется, для Алекса это является главной целью, но в то же время он хочет, чтобы люди посмотрели на личность Эми под другим, непривычным для них углом зрения. Конечно же, он не собирается навязывать посетителям свое мнение.